силу того, что скорость выше. Четыре богатыря в одной лодке. Опс, по-моему, был фальстарт. Но никто никого не остановил, вы видите. Что по-моему, раньше времени сорвались британцы по второй водной дорожке. Конечно же, я была на 100% уверена, что здесь будет фальстарт. Но вы видите, да, и сразу какое преимущество у тех, кто чуть-чуть пораньше взял старт. Команда Венгрии. Ну, это белорусы, это прошу белорусы. Прощения. Это восьмая водная дорожка, вторая, конечно, дальняя от нас. Роман Петрушенко, Алексей Абаламасов, Артур Литвинчук и Вадим Махнев. Да, ну эту такое команду... что по ловушке они проехались так, наверное, носиком своим сантиметров 20. Либо все остальные взяли чуть-чуть позже старт, либо они раньше. То есть тут уже все, едем по дистанции, уже немного лидирует команда Белоруссии, тем более, что этот экипаж мы не раз видели и на чемпионате Европы, и на Кубке мира. На этапах Кубка мира, который проходил в течение этого года, этого сезона. Ну, что ж, к сожалению, Евгению Салахову, Антону Васильеву, Илье Медведеву и Константину Вишнякову не удалось принять участие в этом финальном заезде. Это российская команда «Четверка». Они немножечко не хватило им дойти до финала основного. И полдистанции пройдено. И, конечно же, один из самых захватывающих, самых быстрых и самых красивых заездов – это четверка. Еще четверку мы увидим на дистанции 500 метров, которая будет завтрашним днем. И вот команда Белоруссии. А там дальше по дальней воде команда Венгрии. Не сдается, венгры не сдаются. Ну, возможно, посмотрев на предыдущий финал, белорусы решили взять реванш у судьбы. Я имею в виду отомстить локальную за братьев... неудачу, да, за братьев Богдановичей, которые стали лишь седьмыми в своем заезде. Не, ну не станем скрывать, что это очень сильный экипаж, который достаточно давно уже выступает на международных соревнованиях именно в этом составе. Да, скатанный, несмотря на то, что вроде бы постолимпийский сезон, и можно пробовать различные варианты. Вот как раз-таки у братьев Богдановичей, наверное, и пошел спад после Олимпийских игр, потому что что-то как-то они не очень удачно и на чемпионате Европы выступили. И вот здесь мы видим, что на чемпионате мира тоже не везет немножечко. Ну, наверное, подустали. Я думаю, что лучше было бы, наверное, так же, как в Максимополе, взять год отдыха. Очень грамотное решение, я считаю, после такого напряженного сезона. И вот команда Белоруссии. Это то, в принципе, в чем... Байдарку-одиночку, байдарку-двойку и каноэ-одиночку на 200 метров.